Готовим стейк семги агама на гриле с соусом из меты и базилика. В блендере смешиваем листья меты и базилика, измельченный перец чили, чеснок и имбирь. Добавляем щепотку сахара и измельчаем до однородной массы. Натираем размороженный стейк семги солью и перцем. Выкладываем на смазанную маслом поверхность сковороды гриль и обжариваем по 5 минут с каждой стороны до готовности. Подаем семгу с зеленым соусом и дольками лайма. По словам приглашенного эксперта Агам, нутрициолога Екатерины Птицыной, семга содержит целый спектр нутриентов, которые поддерживают работу мозга и нервной системы.